Добрый день, уважаемые телезрители. У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел», и я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. А пришел к нам сегодня наш гость, это кандидат химических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории хемоинформатики и молекулярного моделирования Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета Маджитов Тимур Исмаилович. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте. Тимур, вы занимаетесь, скажем так, давайте начнем вот с чего, сразу, наверное. Хемоинформатика – это новое научное направление не только в КФУ и в мире, наверное, от силы лет 20 этому термину. И расскажите нашим зрителям, что скрывается за этим красивым и для них, скорее всего, еще новым и непонятным словом «хемоинформатика» и в каких сферах человеческого бытия она нашла свое применение. Ну, как вы верно отметили, термин достаточно новый, несмотря на то, что наука, не сказать, чтобы очень старая. Появился он действительно в 98 году, когда впервые, собственно, этот термин хемоинформатика использовали. Но использовали его для того, что уже было достаточно хорошо известно на тот период. Это просто обозначили как область, то, что было, то, что существовало уже. И хемоинформатика в себя тогда включала, и сейчас включает, но, мне кажется, оно сейчас стало еще шире, три магистральных направления. Первое – это хранение и использование данных, которые существуют в химии. Это, как известно, ну, точнее, может быть, зрителям не известно, но для химии, в химии сейчас существует известно около 200 миллионов молекул и почти столько же, ну, там, чуть меньше, где-то около 100 миллионов реакций известно на сегодняшний день, и при этом ежегодно эта цифра прирастает на 10-20 миллионов. То есть за один год становится известным, ну, где-то еще 20 миллионов молекул. И примерно столько же реакций. И ориентироваться в этом массиве информации, не просто ориентироваться, но хранить эту информацию, использовать эту информацию, делать какой-то поиск в ней, делать, чтобы она не терялась, это уже само по себе довольно серьезная и сложная проблема. Второй аспект, для чего используется хемоинформатика, это предсказательное моделирование, то есть предсказание свойств молекул, реакций, материалов на основании описания их химической структуры. То есть в некотором роде это называют как искусственный интеллект в химии. То есть мы учим компьютер пытаться понять, что же такого зашифровано в структуре химического соединения и почему ее считают, и почему эта молекула является неактивной, там, биологически неактивной, или наоборот является биологически активной, что отличает лекарство от нелекарства и так далее. И третий аспект, для чего используется хемоинформатика, это так называемый дизайн на основании структуры биологической мишени. Это чисто такое прикладное применение хемоинформатики для дизайна лекарств. Дело в том, что очень сейчас прогресс, который достигнут в биологии, в структурной биологии. У нас, кстати, в Казанском университете есть группа очень хорошая по структурной биологии. В общем, прогресс структурной биологии приводит к тому, что появляется структура биологическая, то нам становится известным, как выглядит в трехмерном пространстве, то есть как выглядит вообще молекула белка, например. И на основании эту информацию можно использовать для того, чтобы предсказывать, например, структуру молекулы, которая в этот белок будет атаковать. И, в принципе, вот главное, для чего применяется хемоинформатика, с самого начала хемоинформатика применялась в основном для, как я сказал, хранения информации и вообще для дизайна лекарств. Вообще, очень интересная особенность хемоинформатики, что она возникла, по сути, в фармацевтических компаниях, как наука. То есть это не наука, которая пришла из академических институтов, как, собственно, для большинства наук. Хемоинформатика – это, пожалуй, редкий пример науки, который возник в компании, а потом уже пришел в академические институты. Я буквально, когда готовился к нашей программе, я прочитал вашу статью в журнале «Природа». Вам, скажем так, очень повезло, мне кажется, с нынешней эпидемией COVID. Повезло в каком смысле? В том, что вам намного проще объяснить нашим неподготовленному зрителю, например, что такое хемоинформатика, как она работает, на примере того, как ученые искали лекарства, шел поиск лекарств для борьбы с этим вирусом. Есть, в общем,
две стратегии, как можно справиться с коронавирусом. Первая стратегия заключается в том, что надо попробовать использовать существующие лекарства и среди них поискать то, что может сработать. Возможно, это и возможно счастливый случай, и мы действительно его найдем. Чем хороша такая стратегия? Потому что лекарства уже прошли доклинические испытания, нам известно, что они там обладают определенной, не очень высокой токсичностью. Там, нам известен спектр опасностей, которые эти лекарства могут давать, и мы можем оценить соотношение между риском и пользой. А в случае, когда вы разрабатываете совершенно... Вот этот процесс называется перепрофилирование. Да? То есть мы ищем существующее лекарство и перепрофилируем его для того, чтобы лечить новые болезни, в нашем случае коронавирус. Вторая концепция. Но на чем плоха концепция перепрофилирования? В том, что при этом есть, во-первых, шанс не такой большой. Лекарств существует в мире, что-то около 8 тысяч лекарств. И что из них какое-то будет прям золотая пуля, которая будет коронавирус уничтожать так, что закачаешься, шанс уже не настолько большой. Но, тем не менее, так как были другие вирусы, и препараты от вирусов разрабатывались и разрабатываются, есть все-таки основания полагать, что среди существующих лекарств есть эффективные. Сейчас препарат, который был разработан для первоначально вируса Эбола и Зика. Да, ремдесивир, по-моему. Ремдесивир, да. Он показывает очень неплохие результаты в клинических уже испытаниях. Да, на конкретно, если его лить, условно говоря, непосредственно на вирус, да, он помогает, это известно. Это так называемое инвитро-тестирование, то есть тестирование в пробирке. Да, инвитро он показывает хороший результат. Но инвитро и в клинике, то есть будет ли он реально помогать людям, это большая разница. Правильно понимаю, что хемоинформатики предсказали хорошее воздействие ремдесивира до еще всяких испытаний, до реального применения его на практике с ковидом связанным? Предположили, прогнозировали. Опять-таки, я думаю, что здесь очень сложно. Понимаете, ситуация с коронавирусом, это, я считаю, очень полезный кейс для мирового научного сообщества. Дело в чем? Первое, люди действительно поняли, что без науки нам сейчас двигаться нельзя. Наш мир опасен. И наука, любая наука, медицина, хемоинформатика, там, геология, астрономия и все такое, они все дают нам какие-то инструменты, которые позволяют нам справляться с опасностями этого мира. И наука – это не только то, что дает деньги. Наука – это в том числе то, что дает безопасность человечеству. Это первое полезное, мне кажется, то, что было в этом кейсе, связанном с коронавирусом. Второе. Я никогда не видел такого единения всех практически наук, которые связаны так или иначе с разработкой лекарств, которые есть сейчас. В борьбу с коронавирусом включены и медицинские химики, и структурные биологи, генетики, те, кто изучают протеомику, хемоинформатики, биоинформатики и много всех. Каждый человек, каждый ученый считает необходимым сделать хоть что-нибудь для того, чтобы лечить, чтобы попытаться лечить коронавирус. Правда, у этого есть обратная сторона. Она заключается в том, что объем информации сейчас настолько большой, что очень сложно отследить, что было, например, первым, что было вторым и так далее. То есть мне очень сложно судить, например, был сначала ремдесивир предсказан или сначала его пустили в клинические испытания. Это было примерно в одно и то же время. Где-то в конце февраля, начале марта, апреля большая часть вот этих исследований проводились. И теоретически, и, в принципе, медхимики просто смотрели глазками или предполагали, что какие вещества могут помочь. И на основании этого начали проводить какие-то клинические, скажем, испытания. И с ремдесивиром такая же история. Я думаю, что в случае с ремдесивиром, скорее все-таки его попытались использовать, потому что это было логично, просто чисто с медико-химической точки зрения. Потому что, насколько я помню, в то время вот этот белок, на который направлен ремдесивир, его структуры еще не было. То есть тогда, когда уже... И, соответственно, сложно. Я думаю, что хемоинформатики едва ли его предсказали. Но что... То есть в части перепрофилирования человечество... в принципе, человеческий разум и так достаточно хорош.
И мы можем предположить, какие препараты могут быть полезными. Ну вот, кстати, было относительно недавно такое полутеоретическое, а полурасчетное исследование, которое проводили в компании Benevolent AI в Лондоне. Это такая компания, которая специализируется именно на применении искусственного интеллекта. И дело в том, что у них была такая очень мощный искусственный интеллект, который, условно говоря, попросту говоря, он лазит по научным публикациям и смотрит, как белки какие белки как взаимодействуют друг с другом. Например, вот этот белок, он как-то связан вот с этим белком, а вот эта молекула, она как-то связана с вот этим белком. Как-то связано, это значит, что он может, например, действительно физически, химически связываться друг с другом, образовывать там димеры, например, белка. Это могут быть, например, то, что делается этим белком, влияет на второй белок. Ну, неважно. И, в общем, они проанализировали вот эту всю сеть, огромную, довольно такая, получается, граф знаний, набор вот этих знаний, которые накоплены человечеством в отношении этих белков. И они стали искать препараты, которые будут затруднять вход коронавируса в клетку. И они там нашли один препарат, баритисинип, если я правильно помню, который вообще не рассматривался из разряда, ну, тогда, по крайней мере, не рассматривался из разряда как терапия потенциальная для коронавируса, потому что это вообще там, если я правильно помню, то ли противораковый, то ли еще что-то. То есть он вообще не вирусный, не в вирусной тематике. Но они показали, что есть основания полагать, на основании вот просто механизма того, как коронавирус проникает в клетку, что вот этот баритисинип будет затруднять проникновение в клетку. И я относительно недавно нашел, что его испытывают в клинических испытаниях. Я думаю, что возможно, что это их... Они довольно рано опубликовали. Это было начало марта, наверное. То есть тогда еще было очень непонятно все-таки, как лечить коронавирус. Опубликовались то ли в Nature, в каком-то очень серьезном журнале. Очень короткую заметку, на самом деле, сделали, но... И я вот думаю, что вот в случае, скажем, баритисиниба, возможно, что именно расчет являлся движителем последующих клинических испытаний. И второе. Где преимущества хемоинформатики сильнее всего видны? Когда вам нужно разрабатывать новые лекарства от коронавируса. Новые лекарства, в том числе лекарства от коронавируса. И здесь действительно, ну, как бы, уже просто человеческий разум, просто там, как игра ума, рисовать молекулу на бумаге, это довольно сложно в таком разряде, в таком русле работать. Необходимо делать, например, пытаться найти, может ли молекула проникнуть в какой-то белок коронавируса или не может, сможет ли она проникнуть через наш организм или не сможет и так далее. Вот, и в этом плане, мне кажется, применение хемоинформатики именно более всего перспективно. И действительно, сейчас существует уже много коллабораций в мире, на самом деле, существует много коллабораций в мире, которые разрабатывают лекарства от коронавируса. Почти все они включают в себя хемоинформатиков, биоинформатиков, там, клинических медиков и так далее. У нас даже в России есть одна. Я вот тоже в ней участвую. И там она объединяет ребят из Уфы, Санкт-Петербурга, вот читай, мы от Казани, Новосибирск, Москва. То есть довольно большая компания людей из разных университетов, каждый со своими специальностями. Среди вот в этой коллаборации есть те, кто вирусологи, есть те, кто занимаются вакцинами и так далее. Мы просто общаемся. То есть иногда возникают задачи, которые могут одни люди решить, другие не могут их решить. Люди спрашивают друг друга, там, правильно ли я понимаю то-то, то-то, то-то. Это очень полезное вот это единение наук, которое сейчас возникло из-за коронавируса. И в мире также очень много коллабораций. Я знаю как минимум, ну, то есть что даже, скажем, в таких странах, как Словения, которые, может, не кажутся там топовыми научными странами, но в Словении есть на всю страну очень крупная коллаборация. Просто я там общаюсь с людьми, которые в ней участвуют, которые также занимаются коронавирусом, разрабатывают лекарства и так далее. Вот. И вот чем полезна в этом случае хемоинформатика? То, что мы можем просеять огромное количество молекул, мы можем их рисовать, то есть инструменты хемоинформатики могут рисовать молекулы, то есть придумывать их, причем таким образом, что они, скорее всего, будут обладать желаемыми свойствами.
И мы можем испытывать их, ну, виртуально, испытывать их на возможности связывания с данным белком. Мы можем их предсказывать их токсичность, метаболическую стабильность, возможность проникновения через человеческий организм и все такое. Инструментов достаточно много, которые, именно вычислительных инструментов достаточно много, которые могут позволить нам искать молекулы с заданными свойствами и искать молекулы и надеяться на высокий шанс на успех. Я могу сказать, что в целом, это не мои слова, есть такой известный хемоинформатик Юрий Абрамов, он один из основных хемоинформатиков компании Pfizer, это из Big Pharma, из большой фармы компания, одна из крупнейших мировых компаний в области фармацевтики. И я пару раз был на его лекциях, он всегда начинал практически свою лекцию, особенно перед студентами, когда он читал. Он у нас два раза он читал лекции в Казанском университете. Он в обоих случаях начинал эту лекцию с того, что без хемоинформатики в настоящее время не разрабатывается практически ни одно лекарство в мире. Ну, по крайней мере, small drug, так называемый, то есть малые молекулы, там, скажем, белки, это уже другая стезя, это уже биоинформатика, там разрабатывается, используется биоинформатика, а там белки, вакцины и так далее. А для вот малые лекарства практически никак. Что он говорит, что ни один... Поясните. Малые лекарства, значит, обычные химические молекулы. То есть бывают биологические молекулы, лекарство может быть белком, например. Лекарство может быть там РНК, либо это может быть какой-то комплекс. Скажем, это, например, моноклональное антитело. Это биологическая молекула. Это то, что вырабатывает наш организм. И это, оно содержит огромное количество атомов, там, десятки тысяч атомов. И в чем преимущество? У них обычно высокая активность. В чем недостаток? Это, дорого, потому что синтезировать эти молекулы может только организм. Соответственно, это, так называемые, нужно использовать биотехнологии. Там используются специальные клетки, которые выращивают эти моноклональные антитела. Кстати, в России есть компания BioCAD, которая занимается этим. Очень крупный игрок на рынке именно вот моноклональных антител. Например, у них есть много очень интересных, хороших разработок. Мы очень много с ними общаемся, потому что они в последнее время начали использовать средства хемоинформатики и начали заниматься малыми лекарствами. А малые лекарства – это обычные, если так можно говорить, молекулы. Как правило, меньше, чем с молекулярным весом, меньше, чем 500. Там белки начинаются уже там, где-то от 10 тысяч, там, 20 тысяч. Вот. Да, в чем недостаток белков, как правило? Что белки человек не может есть. Если человек их ест, он их переваривает. То есть невозможно сделать, практически невозможно, ну, по крайней таблетку мере, сложно сделать лекарство, которое, да, таблетку сделать из белка, потому что вы ее будете съедать, и ваш организм будет его просто переваривать. Поэтому если у вас там есть какое-то, если лекарство – это белок, то его необходимо каким-то образом напрямую вводить в организм, в кровь, там, делать инъекции и так далее. И поэтому белки это могут быть использованы, ну, скажем, уже в больничных условиях. То есть их очень сложно использовать в реальном, в домашних. Uh-huh. Ну, за исключением разве что инсулина, но там тоже специальные, там есть шприцы, которыми себе укол может делать, скажем, неподготовленный человек. Так? А малые молекулы, это лекарства, это молекулы, как правило, меньше массы, чем 500. И они, ну, просто так, для зрителей, там, один атом углерода весит 12. Там водород весит 1. То есть, ну, скажем, это, если это 500, то, скажем, это не больше, чем 50 атомов углерода может быть в этой молекуле. И эти молекулы, когда их преимущество, что они могут всасываться напрямую в нашем организме. И поэтому это можно сделать таблетки, можно сделать мази, потому что можно сделать такие молекулы, которые будут проникать напрямую через кожу, например. Можно делать капли интраназальные, можно делать ингаляции и все такое. То есть малые молекулы именно этим хорошо. Ну, то, что аптеками... То, что в аптеке, как правило, да, это да. Малые молекулы. Да, да. Угу. Вот это вот нормальные лекарства. Все понятно. Привычные, понятные Привычные, лекарства. Понятные лекарства, да. Угу. Да, я рассказывал про то, что хемоинформатика может использоваться для малых, для создания малых молекул. Вот именно для малых молекул хемоинформатика очень хорошо может быть применена, потому что вот мы можем предсказывать свойства этих молекул, мы можем предсказывать, как они проникают в организм, потому что это обычные химические молекулы. Это не биологические молекулы, это химические молекулы. То, что может... Мы
например, в частности, наша лаборатория, мы предсказываем стратегию синтеза, то есть как эти молекулы синтезировать можно. То есть как их можно создать в лабораторных условиях, то есть как вы можете, что вам надо прилить, надо взять молекулу А, к ней прилить молекулу Б, получить, собственно, то лекарство, которое вы хотите. Какую температуру ввести? Да, какую температуру использовать для этого, это, собственно, то, что, давление, то чем мы занимаемся в нашей лаборатории, в том числе мы предсказываем, как синтезируются молекулы, мы предсказываем условия этого синтеза и так далее. Вот это как бы ноу-хау нашей лаборатории. Вот. Но если говорить о разработке лекарств, то там как раз хемоинформатика используется именно для предсказания молекул с желаемыми свойствами. И я бы хотел здесь отметить, например, есть в мире, скажем, если опять возвращаться к теме ковида, что есть целые коллаборации, открытые коллаборации по разработке лекарств от коронавируса. Это вот очень интересная, например, была инициатива, по-моему, она называется Moonshot Collaboration или что-то такое. Суть там в чем? Ребята говорят, типа, люди, хемоинформатики всего мира, разрабатывайте молекулы, которые вам интересны, и присылайте нам их структуру, а мы их проверим. То есть у них в этой инициативе, внутри этой инициативы, есть синтетические химики, это, кстати, ребята из Украины и из Китая, и, по-моему, еще из Индии. Там три фирмы в Украине, Китае и Индии, которые могут синтезировать почти любую молекулу, которую вы хотите. То есть, условно говоря, хемоинформатик или, там, может быть, медицинский химик просто присылает молекулу, которую он считает, что она может быть активной. Там по каким-то внутренним критериям они отсеивают, там выбирают, конечно. По каким-то внутренним критериям. Активно для чего? Для ковида? Для ковида, да-да-да. Для, если быть более конкретно, для главной протеазы ковида. То есть считается, что, ну, то есть это... Та молекула, которая залезет в эту протеазу, ее убьет, условно говоря. Да, если какая-то молекула залезет в эту протеазу и хорошо с ней свяжется, и оттуда не будет вылезать, то ковид, то коронавирус не сможет размножаться в нашей клетке. В наших клетках, даже то если есть, он проникнет в них. То есть, условно говоря, эта молекула его кастрирует. Грубо говоря. Ну, на самом деле это недалеко от истины, потому что она не сможет размножаться. Да. Именно она сможет проникнуть в клетку, то есть коронавирус проникнет в клетку, но в клетке он размножиться не сможет, если главная протеаза будет... Тестикулы будут отрезаны, короче. Тестикулы будут отрезаны. Ну, в некотором роде. Ну, это там просто она прерывает очень важный аспект, как именно размножение коронавируса. Так вот, и собственно, очень интересно, я поглядываю периодически, как они там развиваются, и, скажем, в последнее время они нашли уже наномолярные ингибиторы, наномолярные, это значит очень эффективные, то есть микромолярные, это так, средние эффективности, то есть вам этого лекарства, ну, условно говоря, если оно микромолярной эффективности, то вам его придется кушать, ну, как аспирина, 200 миллиграмм или там до грамма, условно говоря, как пенициллин, то есть здоровенная таблетка должна быть, да? В чем недостаток такого, что если вам, ну, если у вас так много надо вводить препарата, то есть шанс, что он начнет какие-то побочные эффекты вызывать при таких огромных концентрациях. И поэтому, когда разрабатывают лекарства, стараются дойти до наномолярных ингибиторов, то есть ингибиторы, которые действуют в концентрациях несколько наномоль, ну, там, может быть, десятков наномоль на литр. Ну, то есть маленькую таблеточку и на неделю. Нужно там очень маленькую таблеточку раз в день, например, кушать, и шанс, что при этом будет какая-то побочка, гораздо ниже. Вот, и, скажем, вот они в этой коллаборации, они говорят, что вот у нас уже есть молекулы, там присылают нам прислали структуру молекул, которые экспериментально доказано, что они действуют, то есть их эффективность уже на уровне нескольких наномоль на литр. Теперь, собственно, следующий этап, самый сложный. То есть после того, как вы нашли активную молекулу, вам надо доказать, что она безопасна, не токсична, не вызывает эффектов в долгосрочной перспективе, не будет влиять на ваших детей, рождаемость и прочее, прочее, прочее. И для этого нужны доклинические испытания, клинические испытания. И по этой причине как бы разработка абсолютно новых лекарств – это вклад в будущее. Потому что они появятся через 5-10 лет. Схема информатика может позволить...
предсказать влияние этих молекул на детей, в перспектив продолжения там рода, на какие-то побочные эффекты. И, условно, те ребята, условно говоря, те ребята, которые вот эту наномолекулу уже создали, наномолярную молекулу уже спрогнозировали, синтезировали, они своими этими же методами искусственного интеллекта, информационными технологиями могут предсказать, что эта молекула не будет опасной для... Я так понимаю, что у них вот на уровне фильтров это существует. То есть, когда люди им присылают структуру, они вот эти моменты сразу проверяют в вычислительном плане. То есть, если молекула будет предсказана, что она, например, жутко токсична, то какой смысл ее синтезировать и проверять вообще? То есть, у них на входе стоят какие-то фильтры. Я не знаю нюансов, честно говоря, я не близок к организаторам этого всего. Они говорят, что мы сначала фильтруем молекулы, отфильтровываем то, что нам присылают. То есть, им присылают, дальше у них есть уже модели, которые предсказывают эффективность этих препаратов, и они сначала на моделях проверяют, и если молекула на модели показывает достаточную эффективность, да, они там, например, используют, уже отдают ее в синтез. И, кроме того, там, возможно, есть вот эти предсказания побочных эффектов, которые могут вызывать данные молекулы. Это действительно можно сделать, но все-таки эксперимент — критерий истины. В любом случае, после того, как хемоинформатик сделал свою работу, вступают в дело медицинские химики, синтетики и так далее, те люди, которые будут проверять эту молекулу экспериментально. Ну, это все равно лучше, чем вслепую проверять там кучу лекарств, которые неизвестны, даже прогнозов нету на его высокую побочность. Именно поэтому, собственно, хемоинформатика используется в фармкомпании. А вот скажите, вот уже полгода, да, наверное, когда, наверное, с ноября очень активно идет, с декабря, января, наверное, вот эта работа по ковиду, когда, ну, по сути, весь мир начинал включаться, научный мир, да, прошло уже полгода. А какого-то зримого результата в виде какой-то там чудо-таблетки не появилось, да? И можно ли говорить, что вот эти усилия... Мне напоминает, знаете, какая ситуация? Вот в начале 20 века была испанка, такая тоже вирус, испанский грипп так называемый. Ходил он 2 года или 3 года гулял, в общем, выкосил много народу. И тоже искали лекарства, и тоже, по большому счету, какие-то вакцины нашли уже, когда закончилась вся эта история, когда он просто исчез сам по себе. Вот. А может так случиться, что вот эти усилия, которые сейчас предпринимаются, колоссальные информационные технологии, колоссальные знания, колоссальные библиотеки, которые собираются, в том числе хемоинформатиками, да, о молекулах, они дадут результат? Ну, примерно так же через 2-3 года, как случилось это с испанкой, например, когда там выяснили, в чем причина. Хотя на тогдашний уровень это, ну, все равно, что с лупой, микроскоп, у них знаний, информации не было. Совершенно другой уровень знаний был, совершенно другой уровень технологий, совершенно другой уровень там кадровый. Я понимаю, да. Вот. А результат будет примерно такой же. Ну, давайте так. Коронавирус опасен, но он не смертелен для большинства людей. Ну, да. То есть смертность от коронавируса оценивается от 1 до 3%, так? Скажем, примерно там смертность от гриппа что-то там около 1% и ниже. В случае испанки, конечно, была повыше. Тоже там какие-то были десятки, например, процентов. Я не помню точно. Но там, скорее всего, не было. 10% так было. Да, вот. Ну, я думаю, что очень сложно оценить, какая была реальная смертность от него, учитывая, что была война, Первая мировая, там, и кто реально переболел, там было очень сложно, да, оценить, скажем, сколько людей переболело и сколько из тех, которые переболели, умерло. Вот. Лекарство не должно быть опаснее болезни. По этой причине, собственно, разработка препаратов, скажем, от гриппа, является таким сложной. Грипп, смертность меньше 1%. Если лекарство будет у вас вызывать смертность 1%, смысла нету. В нем нет никакого смысла, потому что вы удвоите смертность. У вас будет, вы не удвоите, вы либо ее не измените, либо она станет даже выше. Потому что часть людей будет умирать от гриппа, потому что препарат не подействовал на них, например, в силу, там, возможно, того, что на поздней стадии, возможно, силу специфики организма, например, там, у людей бывают разные сопутствующие заболевания, так? И второе,
Часть людей будет умирать от лекарства. Да, там, от побочных эффектов этого лекарства. В этом лекарстве нет никакого смысла. Поэтому, скажем, от гриппа лекарства, которые существуют, во-первых, от гриппа почти не существует лекарств. Те, которые существуют, положа руку на сердце, они неэффективны. То есть, как правило, клинические испытания показывают, что в клинических испытаниях эффективность лекарства от гриппа очень невысока. Эффект плацебо больше, наверное. Да, в принципе, наверное, поэтому и популярны гомеопатические препараты, когда люди надо выпить хоть что-нибудь, они чувствуют себя лучше, потому что они убедили себя в том, что я нисколько не оспариваю эффект плацебо, он хороший. Поэтому людям, которые верят в лекарства, даже если я считаю, что это лекарство полная чушь, например, оно не может действовать, я им говорю, да-да-да, все правильно, правильно. Вот, пейте, пока им не перестало действовать, да, но не рекомендую пить, например, это детям. То есть я говорю, ты сам пей, ты-то в это веришь, но своему ребенку, там, годовалому не давай, потому что ребенок-то не знает, что оно должно помогать, да, там, годовалый ребенок. Хотя там, в принципе, существует исследование, что даже там детям там, годовалым или там даже, там, условно говоря, плацебо-эффект есть там у крыс, которые вообще не склонны думать, что лекарство должно им помогать. Да? Вообще не склонны думать, они считаются. Да. В общем, то есть это довольно сложная, да, история вот с этими, которая связана с плацебо-эффектом, не принципиально. Вот. Поэтому очень важно, чтобы когда препарат от коронавируса, когда он разрабатывается, очень большое внимание необходимо уделять его безопасности. Поэтому я не думаю, что препарат коронавируса появится сегодня, завтра, даже через год, и может даже через два. И даже, скорее всего, через 5 лет его не будет. Прям эффективного препарата. Если люди очень сильно вложатся в это дело, то есть... скажем, компания забросит все свои дела и начнут разработку. Если вот как сейчас все будет продолжаться, возможно, лет через 5 у нас появится новый, может быть, больше, чем через 5 лет. В среднем цикл от 5 до 10 лет разработки. Иногда 20 лет разработка лекарства идет. Вот. То есть, возможно, через 5-10 лет только появится лекарство от коронавируса. Да? Лекарство. Поэтому сейчас, собственно, пытаются разработать вакцину от коронавируса. То есть вакцину можно разработать побыстрее, потому что необходимо найти... То есть что такое вакцина? Это ослабленный, по сути, вирус. То есть его вводят нам в организм, и наш организм вырабатывает иммунный ответ на коронавирус, да, скажем. И... Что-то мы с вами в коронавирус... Давай, нормально. Увлеклись за тоешки. Я могу бесконечно об этом говорить. Но поэтому вакцину разработать в этом плане безопаснее, что ли, да? Что шанс на эффект гораздо выше. Вам надо просто разработать то, что не убьет человека, не вызовет какого-то жуткого иммунного ответа у человека, и при этом возникающий иммунитет будет препятствовать тому, что человек заболеет вновь коронавирусом. По большинству оценок знающих людей разработка может занять, если торопиться, год-полтора. Уже в большинстве стран начались клинические испытания вакцин. Есть в России уже, по-моему, 3 вакцины или больше вакцины, которые разработали, и они проходят сейчас клинические испытания. Но это это нельзя делать торопясь. Когда разработка вакцин не может происходить очень быстро. Например, насколько я помню, были уже случаи, в Бразилии смерти от вакцины. То есть во время клинических испытаний, то есть в вакцине было что-то неудачно сделано, что некоторые люди погибали от вакцины. То есть у них возникал какой-то жуткий иммунный ответ, скорее всего, в этом была причина, на саму вакцину. То есть это тоже... А хемоинформатика может помочь в разработке вакцины? Вакцин нет. Совершенно. Для этого существует биоинформатика. Ага, все понятно. Там это вакцина, это биологическая штука, и для этого существуют области другие. Это большие молекулы. Да, те, которые работают с большими молекулами. Но на самом деле методы во многом, какие-то методы схожие. В целом, даже есть в интернете очень интересный материал о том, как,
компьютерные технологии могут быть использованы для создания вакцин. Я вот недавно смотрел, то есть там какие задачи возникают и как они решаются, эти задачи. Достаточно интересный был материал, но не мой профиль. Давайте еще немножко про лекарства поговорим. А потом перейдем к другим вашим направлениям. В Казанском федеральном университете есть лаборатории научно-исследовательские, связанные с биофармом, то есть разработка лекарств. А что за проект с золотистым стафилококком, в котором вы участвовали? Не участвовали, мы сейчас активно работаем по этой части. Да. В общем, идея была такая, что, наверное, в прошлом году, в 2019 году, к нам подошли коллеги из лаборатории структурной биологии, которую у нас возглавляет Марат Юсупов, очень известный структурный биолог в мире, и у него здесь много наших коллег из Казанского университета, которые развивают эту область в Казанском университете. Там Костя Усачев, например. И они подошли, у них была одна проблема, связанная с тем, что они нашли белок золотистого стафилококка, который отвечает за резистентность его к приему лекарств. То есть То есть они нашли механизм, который вызывает резистентность, то есть устойчивость стафилококка к антибактериальным препаратам, то есть к антибиотикам. И задача, то есть они хотели разработать молекулу, которая позволит отключать этот белок, потому что если мы сможем отключить этот белок, то, соответственно, уже антибиотики будут действовать. Вот. В случае задачи здесь, которую мы решаем с лабораторией структурной биологии, связано с тем, что вот нужно найти ту молекулу, которая позволит вот этот белок залезть и не дать бактерии, и за счет этого золотистому стафилококку, как известно, золотистый стафилококк очень тяжелая молекула, бактерия, которую для того, чтобы ее лечить. Вот. И задача, собственно, найти эту молекулу. Это, я вам скажу, очень сложный проект. В плане вот именно в области хемоинформатики это достаточно сложный проект, потому что все, что у нас есть, это структура этого белка. У нас нет ни одной известной молекулы, и у нас даже нет сведений о том, что вообще этот белок может быть таким образом атакован, и что если мы его, например, свяжемся с этим белком, что это будет мешать ему. То есть вы такую молекулу пока смоделировать не можете, поскольку у вас нет... Нет, мы активно работаем в этой области. Я хочу сказать, что у нас было несколько идей, то есть как разрабатывать, как подступиться к этой задаче. Там просто специфика такая, что там белок этот, он представляет из себя димер, то есть он состоит из двух частей, вот, и молекулу надо засунуть между ними. Угу. То есть это единственный способ сделать лекарство, это засунуть молекулу между двумя белками. Чтобы это сделать, проблема в том, что белки связаны очень прочно. И вообще неизвестно, можно ли, если мы сделаем даже ту молекулу, которая налипает хорошо на белок, что она, у нее хватит, условно говоря, энергии взаимодействия, чтобы между этими белками втиснуться. Вот. Но мы работаем по этому проекту. Сейчас у нас возникла интересная идея, что, которая понравилась нашим биологам, в том, что... А давайте начнем с пептидов. То есть мы начнем с маленьких молекул, с маленьких пептидов. А пептиды – это тоже маленькие белки. Дело в чем? Почему лучше маленькие пептиды? Потому что пептиды легче синтезировать, чем химические молекулы. То есть мы сначала будем искать маленький пептид, который позволит нам втиснуться между вот этими двумя белками. То есть сначала клинышек, а потом вот такого? Да, но сначала мы делаем клинышек из дерева, а потом будем делать его стальным. Все понятно. А потом уже будем делать малую молекулу. Угу. Ну что ж, это интересно. Я так понимаю, ведь не только медицинской частью, не только фармацией живет и развивается хемоинформатика. У вас же еще и направления есть, материаловедение, какие-то еще, наверное. Если у вас есть данные о химических соединениях, химических реакциях, наверное, использовать можно во всех сферах человеческого бытия. Какие сейчас наиболее интересные, перспективные? Да, да. Хемоинформатика может использоваться,
везде, где есть химия. Да? Вот, например, смотрите, ситуация такая. Угу. В России сейчас пытаются создать авиалайнер М-21, по-моему. Ну, в общем, смысл. Новый авиалайнер, у которого крыло было создано из композитов, закупавшихся в Японии. После известных событий и санкций нам эти композиты покупать запретили. Металлическое крыло более тяжелое, более и сразу падает характеристики этого самолета. Условно говоря, вас можно привлечь на создание таких композитов, которые обладают свойствами лучше или соответствующие вот, японским, американским. Если есть интерес, если есть данные, мы можем подключаться. Ну, вот я могу проиллюстрировать это на примере, скажем, вот у нас в прошлом году было две хоздоговорные работы с Сибуром. Сибур — это крупнейшая российская компания, очень крупная компания, которая занимается производством полимеров. Да? Ну, часть их бизнеса — это производство полимеров, из которых можно, например, делать те же самые композиты, например, когда-то, наверное. Ну, идея у них в компании уже накопились довольно большие объемы данных по тому, какие по свойствам полимеров, которые были получены в результате там, каких-то технологических процессов. Да? И, собственно, они нас пригласили, чтобы мы пытались, чтобы мы создавали им, создали им инструмент, который позволит предсказывать способ получения полимера с желаемыми свойствами. То есть у нас есть много данных по тому, например, какие... Что скажем, вот в таких условиях получается вот такой полимер. Ну, там, я не знаю, у него твердость такая, там, вязкость такая, прочность на разрыв такая и так далее. Да, там, прозрачность, там, еще что-то. А вот в таких условиях получается другой полимер. То есть у нас для каждого, для множества условий синтеза полимера, условий создания полимера, да, были известны свойства полученного полимера. И задача заключалась в том, чтобы мы научились предсказывать на основе желаемых свойств полимера, его синтез. То есть, условно говоря, к вам приходит чувак в каске, в зимней этой, в арктической одежде, ну, там, на северах, который работает, вот, типа Сечин, там есть фотография знаменитая, и говорит: ребята, мне нужен полимер, который будет там загораться при температуре там 1000 градусов, прочность какая-то такая-такая, это вот полностью характеристики. Скажите, что мне нужно сделать, чтобы такой полимер создать? Какие должны быть установки, какая должна быть температура? Правильно понимаю? Да, 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 примерно так. Да, собственно, в этом и заключалась задача вот этих проектов, которые мы делали с Сибуром. Я, к сожалению, это коммерческая тайна, я не могу рассказывать, какие результаты у нас получились. И вообще, суть они этих довольны? Проектов... Да, да. Интересно, что в этом году к нам пришли ребята из КХТИ уже с такими же задачами. То есть... О чем им сказали ребята из Сибура? Ну, полимерами занимается не только Сибур. У нас в Татарстане достаточно развита нефтехимическая промышленность, достаточно полимерная промышленность. К вам приходили наши ребята в касках и Нет, к сожалению, наши не приходили. Да, есть... Ну, это очень забавная такая история, что как бы в своем отечестве часто награды нет, или как там в это... Понятно, пророков нет. Пророков нет, да. Вот я никак не могу запомнить эту фразу. Вот, но я надеюсь, что вот сейчас у нас, я считаю, устанавливается очень интересное взаимодействие с Казанским химико-технологическим университетом. И я встречался уже с несколькими людьми там. Именно они хотят именно развивать хемоинформатику в применении к полимерной индустрии. Химии. Да, вот именно полимерной индустрии. Скажите, вот, например, в сплавах можно использовать ваши знания, когда создаются какие-то новые металлы, новые... Да, да, конечно. Есть такая целая область, называется Materials Informatics. То есть это как бы раздел хемоинформатики для именно дизайна материалов. Там немножко другие методы, там немножко другая технология работы с данными, там чуть-чуть отличается то, как люди работают в этой области. Вот. Но область эта очень хорошо развита. Material Informatics, есть конференции по этой области. Вы к ней подступали уже?
А? Вы к ней подступали? Есть какие-то заказы или у вас это только теоретически для вас? Смотрите, хемоинформатика – это наука, которая движется данными. Есть данные, мы можем приступить к работе. Нет данных, мы ничего не можем сделать. То есть это, опять-таки, да, не игра чистого разума, как там теоретическая физика. Хемоинформатика – это наука, которая идет от заказа. То есть, условно говоря, к нам, если к нам подходит человек, мы начинаем обсуждать. Нам, да, для танка «Армат» нужна новая броня. Ну, например, да. Он говорит, знаете, вот, например, для танка «Армата» нужна новая броня. Я говорю, я его спрошу, а что у вас сделано уже? Что вам известно? Какая была броня до этого? Что у вас не устраивает? Какие у вас есть данные? Есть ли данные по испытаниям и так далее? И если я считаю, что эту задачу может быть решена хемоинформатикой, я говорю, давайте, окей. В принципе, например, та же с Сибуром, например, у нас общение было практически полгода до того, как мы заключили договор, чтобы я просто понял, в чем суть их задачи. То есть, и мы можем ли решать эти задачи нашими методами. Я ездил там в Воронежский, на Воронеж-Синтез Каучук, чтобы просто посмотреть производство, посмотреть на их технологические карты, что у них за данные, как они их представляют. Потом мы с ними обсуждали, в каком виде нам данные необходимы, чтобы они дали. Спрашивали их специфику производства и так далее. То есть, да, это можно. На самом деле, у нас в лаборатории очень иногда неожиданные применения всплывают. Скажем, совсем недавно к нам обратились ребята из Новосибирского «Вектора». Кстати, вот в той коллаборации, которая по коронавирусу, они про нас узнали. У них была задача вообще не связанная с коронавирусом. Они разрабатывают там тест-системы для различных заболеваний. Хотят разрабатывать тест-системы для различных заболеваний. И, собственно, одна из задач у них есть, это, скажем, научиться отличать иммунный профиль. То есть у каждого из нас есть в крови много антител. Эти антитела связаны с теми или иными заболеваниями, которыми мы болели или болеем. А также это связано с окружающей средой. Там, генами, понятно. Гены, аллергены и так далее. То есть на все на это есть свои антитела. И, собственно, они изучали антитела людей, там, например, больных определенными заболеваниями и здоровых. Ну, то есть, условно здоровых, ну, как минимум, те, которые этими болезнями не болеют. И задача наша – найти те антитела, идентифицировать те антитела, которые действительно вырабатываются в ответ на именно это заболевание, а не на что-нибудь другое. Ведь, опять-таки, да, люди болеют очень разными вещами. Угу. Потом у кого-то уже выработались антитела, у кого-то могло еще их не выработаться. У кого-то выработалось такое, у кого-то выработалось другое на то же самое. Ну, то есть, гипотетически такое возможно. И, собственно, наша задача заключается, то есть, сейчас в проекте, который мы реализуем с Новосибирским «Вектором», вообще не хемоинформатика. То есть, это совсем, в моем понимании, не хемоинформатика. Тут нет химических объектов, тут антитела. Но есть база данных. Но есть база данных. Гигантская база данных. У них есть большая достаточно, да, база данных. У них на каждого человека там почти 200-300 тысяч вот этих антител идентифицировано. Там не сами антитела, но не принципиально. Они нашли вот много, у них есть много данных. А дело в том, что у нас в лаборатории мы очень похожую задачу в свое время решали, но для химии. Если бы не это, я бы сказал нет, потому что я бы сказал, ну, ребята, поищите биоинформатиков, которые лучше в этом смысле. Но дело в том, что мы решали очень похожую задачу. Нам пришлось придумать специальный метод машинного обучения под данную задачу. Uh-huh. И когда к нам ребята из «Вектора» обратились, я быстро довольно понял, что это та же самая задача. И, то есть, нам ничего не надо специального делать для этого. То есть, и это попадает в область интересов нашей лаборатории. Мы и так те методы развиваем. И поэтому я сказал, ну, мы подключимся, и мы сейчас работаем с «Вектором» вот именно по этой тематике. Хотя совсем не хемоинформатика вроде. И последнее, что мы делаем в нашей лаборатории, и мне кажется, это то, что делает нашу... Ну,
это вот наша особенность. Что то есть ваша уникальность. Наша уникальность, да, в мире. Это то, что мы очень много даже занимаемся. Даже не в России, а в мире. Да, именно в мире. То, что мы одни из первых, кто начали заниматься на информатико-химических реакциях. То есть, то есть мы стали использовать методы искусственного интеллекта для химических реакций. Это довольно долго, это была забытая тема, ей очень мало занимались. То есть сначала хемоинформатики, она как-то всплыла, потом довольно быстро поняли, что методов нет, нормальных технологий нет, и метод, как все вот это затухло. К 90-м годам хемоинформатика реакции, она затухла. Хемоинформатика тогда слова не было, но работы по этой области, то есть использование искусственного интеллекта для реакции, оно затухло. А мы в Казанском университете, когда наша лаборатория была создана, просто решили, давайте, чтобы быть отличными, так скажем, от множества групп в мире, которые есть, и которые, как правило, занимаются дизайном лекарств, мы решили заняться именно информатикой реакций. И вот в 2018 году в мире произошел просто бум интереса, всплеск интереса к этому. И что мы делаем? Мы, ну, как я уже говорил, мы предсказываем способы синтеза химических соединений, мы предсказываем, какие условия нужно взять для тех или иных реакций, мы предсказываем характеристики реакции, там, с какой скоростью эта реакция будет идти, с каким выходом она будет идти, что этой реакции может мешать, будет ли альтернативный продукт у вас или не будет. То есть, если вы это все смешаете, вы будете получать один продукт или вы получите два разных продукта, например, у вас есть возможность. Вот. И вот в 2018 году просто произошел какой-то всплеск интереса. То есть мы так, получилось, имели немножко фору относительно мира. Вот. Это вот то, что по этой причине мы стали довольно видными на нашей лаборатории. Вот в этой области мы стали довольно видными на мировой рынке. А практическое применение вот этого вот, знания, вот этого, это знание, как, ну, в чем проявляется? Это, опять-таки, часть, это либо самостоятельная задача, то есть химику, например, нужно, интересует какая-то молекула, ему нужно найти способ ее синтеза. Да? Это очень часто всплывает, очень часто, просто сейчас химики делают это, ну, там, рыщутся в базах данных, копаются и предполагают, что, ну, вроде бы вот так можно синтезировать это соединение. Наша идея заключается в том, чтобы попытаться помочь химику за счет того, что мы включим искусственный интеллект, который покопается за них, и предложит им какие-то варианты. То есть он предложит какие-то варианты, скажем, такие, вот так-то можно синтезировать эту молекулу. И после этого химик может выбрать из этих вариантов, либо там найти, возможно, какой-то альтернативный путь, но ориентируясь на это все. Это очень часто встречается. То есть, скажем, когда препарат синтезируется, лекарственный препарат, например, синтезируется, на химическом, ну, на предприятии, фармкомпания, когда она разрабатывает, она делает, на самом деле, два синтеза этого препарата. Первый способ синтеза – это быстро, быстро, но, может быть, дорого. Это когда нужно просто протестировать. То есть вы придумали какую-то молекулу, вам надо быстро ее протестировать, вы не паритесь по поводу того, что исходники дорогие, что реакции идут с низкими выходами и так далее. Нужно тяп-ляп, но сварить это соединение, чтобы потом биологи его протестировали. Но если биологи скажут, что оно хорошее, теперь вам надо его синтезировать из дешевых реагентов в массовом количестве, там, может быть, тоннами, да, и поэтому опять весь синтез опять перелопачивается, и уже для того, чтобы оптимизировать, чтобы делать его максимально, да, чтобы именно для промышленных применений его делать. И это совершенно другая область. Специально есть, ну, в фармкомпаниях есть так называемый процессор-кемист, то есть процессорные химики, да, вот это те, которые разрабатывают синтез, например, препарата именно в крупном производстве, ну, в крупнотоннажных масштабах. Вот. И вот и тут и там нужны, получается, методы, которые будут предсказывать способ синтеза. Вот. Это вот первое для чего, да. Второе, для чего эти инструменты используются, то есть сейчас, например, мы разрабатываем технологию, которая позволит нам предсказывать не просто синтез интересного тебе, вам соединения. Ну, например, вы говорите, о, хочу вот эту молекулу. Но она, то, что мы сейчас делаем, например, она предсказывает не только синтез вот этого соединения, но, скажем, похожие на него молекулы, если синтез этой похожей молекулы проще. То есть иногда химику не нужно иметь вот прямо это соединение. Его интересует, в принципе, что-то вот а-ля вот это соединение.
И наши инструменты, они позволяют вам не только искать способ синтеза данного соединения, но и позволяют искать что-то, вот, что на него может быть похоже. И третье, что мы делаем в нашей лаборатории сейчас, мы разрабатываем инструмент, который предсказывает и молекулу, обладающую нужной... То есть человек говорит, я хочу вот такое-то свойство, чтобы молекула обладала. И что мы делаем? Мы предсказываем и эту молекулу, и способ ее синтеза. То есть в основном хемоинформатика работает одно за другим. То есть сначала предсказывается молекула, а потом думают, как ее синтезировать. А в нашем случае, и это может быть, скажем, проблемой. То есть, скажем, вы придумали молекулу, она, например, действительно хороша, но синтез ее может быть очень сложный, и это ограничивает ее применение. А в нашем случае мы ищем это все дружно вместе. Мы ищем и молекулу, и ее синтез разом так, чтобы свойство, которое были заданы изначально, чтобы оно максимально соответствовало тому свойству, которое вы хотите. Скажите, вот вы сказали, что у вас лидирующие позиции именно в химических реакциях, их моделирования и предсказания. А с кем вы соревнуетесь сейчас? Кто ближе к вам? Кто ваш конкурент научный? Ну, на самом деле, печально, но и с другой стороны, я немножко этим горд, что у нас есть конкуренты. То есть вначале их практически не было. Ну, в области действительно было очень мало людей, и там были единичные работы, посвященные там из США, там университет Нью-Мексико, насколько я помню, были какие-то отдельные публикации. Но вот в последнее время появилась очень сильная группа в MIT, Массачусетском технологическом университете. Это один из лучших университетов мира. Он там, ну, в первой тройке, вы наверняка по-любому рейтингу его найдете. И вот там появилась очень сильная группа, которые на самом деле сейчас основные наши конкуренты. И уже не раз было такое, что, например, они успевают реализовать какую-то идею раньше, чем мы. То есть идея у вас уже возникла, а они сделали быстрее? Не просто возникла, у нас возникла идея, мы уже начали ее решать, у нас появились первые результаты, а они публикуют статью. То есть и ваша работа, это, ну, потребность резко падает. Ну, уже... Научное значение уже не такое. Да, да, и то есть получается, что мы как бы по следам той работы мы делаем еще какую-то свою. Хотя на самом деле мы действительно начинали независимо от них. Но, кстати, недавно они сделали... Они выпустили обзор, в который написали, что вот, мол, и вот эта группа, вот они лидеры по... Казанскому университету. Да-да-да. Ну, там они написали, что вот группа профессора Варлика, вот они лидеры сейчас в мире по предсказанию характеристик реакции. То есть они вот это признали, что типа... Да, ну, там слова «Казанский университет» не было, потому что у нас всегда там интернациональная команда, то есть профессор Варлик из Страсбургского университета, он создавал магистратуру и лабораторию по хемоинформатике в Казанском университете, поэтому, естественно, он там в аффилиациях тоже есть, последний автор, что по-научному значит, что научный руководитель. Вот, и говорит, что вот, мол, большой прогресс по предсказанию характеристик реакции, наибольшая часть прогресса достигнута вот в группе Александра Варнака. Ну что ж, спасибо большое. На этом наша программа заканчивается. Я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям, кто у нас сегодня в гостях. А в гостях у нас сегодня Тимур Исмаилович Маджитов. Это старший научный сотрудник исследовательской лаборатории хемоинформатики и молекулярного моделирования Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. До свидания, до новых встреч. Спасибо большое за программу. Спасибо большое.